наша продукция – это масло холодного отжима из различных видов семян. Производство находится на севере Италии, в Виченце. Сырье со всей Европы и даже со всего мира. Но главное условие, чтобы это было экологически чистое сельское хозяйство. Все масла – это холодный отжим, первый, без использования химикатов. Наша продукция отличается тем, что производство только способом холодного отжима, без каких-либо химикатов. Наши клиенты – это рестораны, это магазины здорового питания, магазины для вегетарианцев. Наши потребители – это люди, которые, несомненно, следят за своим питанием. Поскольку мы компания итальянская, все думают, что мы представляем здесь только оливковое масло. Но это далеко не так. Мы единственная компания на этой выставке, которая представляет оливковое масло, конечно, и им интересуется, несомненно, потому что Италия знаменита оливковым маслом. Во-вторых, неожиданностью стало, что очень интересуются маслом из виноградной косточки, который является природным антиоксидантом и отлично оттеняет вкус салатов и рыбных блюд. Чтобы вы поверили в то, что у нас очень широкий ассортимент, скажу вам только то, что, например, мы делаем масло из конопли, которое тоже является прекрасным антиоксидантом и очень любимым веганами, которые не могут есть мясо, оно заменяет жиры, которые в нем содержатся. Наша продукция подходит не только для питания, но и для косметических целей. Например, в нашей линейке есть масло кокоса, которое активно используется в косметологии. Наша продукция уже представлена на российском рынке. Мы работаем через дистрибьюторов. В Москве и в ближайших регионах ее уже знают. Вот на этой выставке мы хотим выйти на рынок всей России.